Во Вроцлаве продолжаются масштабные ремонты дорог в центре города. Тоннель возле галереи Доминиканской будет закрыт почти 3 месяца, а сами работы по модернизации продлятся до конца ноября. Тоннель закрыли в ночь с 5 на 6 июня. Ремонт будет разделен на 2 этапа. С 6 июня по 31 августа тоннель будет закрыт. С 1 сентября по ноябрь будет восстановлено движение по одной полосе. Организация дорожного движения предусматривает перенос автомобильного движения на вторую проезжую часть. Реконструкция обойдется почти в 4 миллиона злотых.